Народ, озадаченный проблемой, как дожить до пенсии, в день выборов вышел на улицы города. Акции против повышения пенсионного возраста в воскресенье состоялись по всей стране. У митингующих в Иванове сбор был назначен на площади Пушкина. Хотим дожить до пенсии. Ну, соответственно, я сам мужчина, живу в Ивановской области и знаю, что по статистике, если пенсию перенесут до 65 лет, я просто не доживу. А вот эти обещания о том, что медицина будет лучше, мы из года в год видим, что она наоборот все хуже и хуже, и все это подтвердят. То есть надо сначала тогда медицину исправлять. Разновозрастная толпа отправилась колонной в сторону площади Революции. Двигались цивилизованно, дороги переходили по правилам, пешеходам не мешали. Прогулка протеста получилась довольно дружной. На площади Революции право выступить получили все желающие. Я против повышения пенсионного возраста и той пенсионной реформы, которую предлагает Путин. Но я считаю, что вопрос о том, что пенсионная реформа назрела, его следует разбирать, но только с участием граждан и только с участием их мнения. Вот Медведев сказал, вот вы знаете, это такая горькая пилюля, которую надо выпить. А больной насильно пьет пилюлю, а нам ее затолкали в рот. И мы оказались просто быдлом, понимаете, в чем дело? Если в других городах акции протеста вызывали негодование у сотрудников полиции, в Иванове обошлось без задержаний. Невинная попытка блюстителя закона отодвинуть выступающего от клумбы была яростно встречена толпой. По мнению собравшихся, повышение пенсионного возраста даже на год или два сократит шансы сотен тысяч женщин и мужчин на заслуженный отдых. Закон, разработанный в столице, протестанты считают кощунственным. И единственная мера ему противостоять – устраивать вот такие гражданские акции. Я, конечно, категорически против, потому что я, то есть касаюсь очень, ну как бы близко к этому подхожу, да. Вот меня это очень волнует, и я считаю, что никаких уступок, то есть как бы уменьшение, как сказал президент, там на 3 года, нет, оставить тот же возраст и повышать экономику, повышать уровень жизни и уменьшать пропасть между богатыми и бедными. Народу сегодня, по моему мнению, больше, чем было на предыдущих митингах, которые были на Красной Талке, также на Ленина. Я думаю, нас все равно заметят. Надо вообще снижать возраст в России, а не повышать. Вот просто 50 сделать и 45. Просто вот это вот. Это тут возмущение. Это в России, где каждый год мы энергия, то есть энергоресурсы, нефть, газ добываем. Это столько денег идет, куда этот поток идет. Мы это вообще ничего не знаем. Я считаю, что это именно фашизм, это геноцид русского народа. Российского народа. То есть люди, которые заключили договор 30-40 лет назад, а пенсия – это действительно договор, это договор страхования, их сейчас просто в одностороннем порядке этот договор отменяется. И это действительно является фашизмом. Ослаблять протест собравшиеся не намерены и впредь. Будут и дальше выходить на улицы и просить мэрию разрешать митинги. К слову, городские власти против таких сборищ и регулярно отказывают. Путина на пенсию! 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 Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.